продолжаем с вами наши обучающие видеокурсы по игре на гитаре для начинающих. На прошлых уроках мы с вами разобрали такие важные темы, как строение гитары, настройка по тюнеру и переборы. Сегодня я немного забегу вперед и покажу вам три аккорда. Аккорд — это три или более звуков, которые сочетаются между собой. Когда меня учили играть на гитаре, мне показали, как настроить гитару, как играть перебором. Непосредственно дали мне песню с аккордами и сказали: сиди, играй. Аккорды говорят, ты будешь перебирать медленно, но ты будешь знать, ты будешь слышать, и тебя будет это увлекать, так как ты уже будешь играть песню. Так вот, я постараюсь передать те уроки, которые мне когда-то дали, вам. И сегодня мы будем рассматривать с вами песню. Виктор Цой, «Кукушка», с применением перебора четверки. Первый аккорд, который мы с вами изучим, будет аккорд ля минор. И сразу рассмотрим основную технику взятия аккорда. Аккорды у нас зажимаются вот этими местами. То есть это подушечка пальцев ближе к ногтю. Скоро у вас на этих местах будут мозоли, но со временем они исчезнут. Ваша кожа просто слегка загрубеет, и вы больше не будете испытывать дискомфорт при игре на гитаре. Напомним, это у нас гриф, это у нас лады, это у нас струны. Первая струна считается самая нижняя, то есть ближе к полу, и по нарастающей кверху. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Лады тоже первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Чтобы взять аккорд ля минор, нам потребуется наш указательный палец. Нашим указательным пальцем мы зажмем вторую струну на первом ладу. Зажали. Большой палец у нас плотно прижат к задней стороне грифа. Средний палец у нас идет на четвертую струну. Вот как вы можете видеть, четвертая струна на втором ладу. Безымянный палец у нас идет на третью струну второго лада. Вот так это выглядит сверху. Напоминаю, большой палец у нас перпендикулярен грифу, плотно прижат, и наши пальцы тоже плотно прижимают струну. Обращаю внимание на то, что на первых порах может быть больно. Поэтому я рекомендую вам учиться играть на нейлоновых струнах. Они более мягкие и удобные. И ничего нет зазорного в том, чтобы играть на нейлоновых струнах, даже не на классической гитаре. Следующий наш аккорд – соль. Нам понадобятся наши пальцы. Указательный палец у нас сжимает пятую струну на втором ладу. Средний палец сжимает шестую струну на третьем ладу. И безымянный палец зажимает первую струну на третьем ладу. И третий наш аккорд, на сегодня последний, это аккорд ре минор. Указательный палец у нас держит первую струну на первом ладу. Средний, третью струну на втором ладу. И безымянный на вторую струну третьего лада. Мы изучили три аккорда из нашей песни, попробуем же ее наиграть. Аккорд ля минор и бой четверка. Обратите внимание, как у меня большой палец чередуется между басовыми струнами. Мы не перебираем постоянно одну и ту же басовую струну, а чередуем между пятой и четвертой струной. Данная фишка рекомендуется при игре на аккорде ля минор. Аккорду соль рекомендуется чередовать шестую и пятую струну большим пальцем. И, наконец, у аккорда ре минор рекомендуется чередовать пятую и четвертую струну. Итак, наша песня. Песен еще не написанных сколько. Скажи, кукушка,
пробой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, то дай огня. Вот так. И так далее, если вы знаете слова песни. Теперь во время практики перебора вы можете использовать аккорды, чередовать их, а также практиковать быструю смену аккордов. Со временем вы научитесь играть эту песню вот прям как Цой. Ну, если вы, конечно, хотите ее играть. Свои варианты песен, которые мы можем рассмотреть на следующих видеоуроках, можете написать в комментариях. Я буду рад. С вами был Константин. Оставайтесь дома, берегите свое здоровье, украшайте свой дом звучанием живой музыки и до следующих уроков. Спасибо за внимание.